В Приморье официально зарегистрирован первый кандидат на должность руководителя края. Напомню, 14 сентября в Приморье пройдут выборы губернатора. Однако до сих пор с кандидатом определилась только одна политическая партия «Единая Россия». Владимир Миклушевский подал свои документы в избирком сразу после того, как одержал безоговорочную победу на внутрипартийном голосовании. Процедура прошла быстро, несмотря на изменения в законодательстве и то, что прямых выборов губернатора в Приморье не было целых 13 лет. Сегодня произошло выдвижение первого кандидата на выборы губернатора Приморского края. Таким кандидатом является Миклушевский Владимир Владимирович, исполняющий обязанности губернатора на сегодняшний день. Первая конференция, которая будет проводиться после «Единой России», это 28 числа. Мы получили уже уведомление от «Справедливой России» и устно пока уведомление от ЛДПР. Документа пока еще в комиссии не было. Теперь Владимиру Миклушевскому, как и всем остальным пока неизвестным кандидатам, необходимо пройти муниципальный фильтр и заручиться поддержкой депутатов и глав районов края. Большинство из них уже заявили о своей поддержке главы региона, который намерен провести в ближайшее время в городах и поселках Приморья, чтобы дополнить и скорректировать свою программу совместно с жителями края. Со Светланской 22 всего не увидишь. Поэтому ближайшие недели я проведу в районах Приморского края, побываю во всех, чтобы посоветоваться, чтобы отточить программу дальнейшей работы на посту губернатора.